И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Алена Матвеева. Облака плывут против ветра к снегопаду. Снегири свистят к скорому наступлению морозов. А если вороны кричат в южную сторону, тепло останется надолго. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 15 ноября в Кирове ожидается облачная погода без осадков. Днем минус 19, ночью минус 23 градуса. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Удачного вам вторника!